Здравствуйте, дети! Меня зовут Александр Глумов, я актер и режиссер Днепропетровского городского театра «Кукол». Вы приходите к нам на спектакли, смотрите, погружаетесь в этот удивительный и фантастический мир театра «Кукол». И, наверное, каждому из вас интересно, как это все происходит. Поэтому мы с моими коллегами решили вам немножко рассказать, что такое театр «Кукол» и что это за интересный мир, как появляются персонажи, герои, придумываются спектакли. И сегодня наш первый выпуск. Я расскажу вам о том, как становятся актерами. Актерами становятся, наверное, еще в детстве. Мы точно так же, как и вы, играли в куклы, машинками, самолетиками, собирали конструкторы. И если это представить несколько такой более взрослой жизни, то получается настоящий театр. Ну, конечно же, этой профессии нужно учиться. Вы немножко подрастете, если вам захочется позаниматься театром, да, поучаствовать в этом, наверняка вы попросите своих родителей пойти в театральную студию, где вас будут обучать. Есть несколько простых упражнений, которые можете сделать вы вместе со мной прямо сейчас. Возьмите свои ладошки, поставьте вот так пальчики и просто сожмите кулачки. Потом раз, разжали, сжали, разжали, сжали, разжали. А теперь давайте оставим один пальчик и одну. На что-то это похоже, правда? Давайте представим, как будто бы это ножки, а здесь голова и вот две ручки. Эх, головы не хватает. Ну, ничего страшного, я подготовился. Вот. О! Получается что? Получается очень простая кукла, которую вы можете сделать даже дома. Ну, о том, как сделать, я расскажу вам немножко позже. Но допустим, у вас уже есть шарик, вы можете сделать одним пальчиком так. А еще я поможет смотреть. Туда, сюда. Вот она меня увидела. И говорит мне: «Привет!» Я ей скажу: «Привет!» Теперь у нас могут возникнуть какие-то чувства. Да? Она еще может говорить. Она может сесть на что-то. На следующей нашей встрече я познакомлю вас со своим другом, настоящим сказочным героем. До встречи, друзья. Пока.